Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу свой уход, то, что я добавляю в сентябре месяце. Будет немного в этот раз, как-то всего достаточно, но покажу, что решила добавить взамен закончившегося. Начнем с волос. Добавляю вот такой вот шампунь в огромном объеме 520 миллилитров. От Планеты Органика, это органический кокос и биоколлаген. Я им уже начала пользоваться. Такой средней консистенции, белесый такой шампунь. Приятно пахнет кокосом. Действительно, он идет для объема, действительно дает объем хороший волосам. Ну, у меня волосы тонкие, поэтому, в принципе, и так не страдаю без объема. Но, тем не менее, решила уже поставить в использование, потому что большие баклажки много места занимают. И к нему взяла вот такой вот кондиционер, бальзам от Сьос, колорист для окрашенных эмалированных волос. Более легкое расчесывание, насыщенность цвета до 12 недель и с фильтрами. Довольно-таки густой бальзам. До этого у меня был легкий бальзам, тоже от Сьос. Ну вот к такому шампуню лучше, конечно, потяжелее, потому что легкий бальзам не очень подходит, так как придающий объем шампунь дает такую пышность волосам. И плюс еще, если бальзам такой же, то на одуванчик можно, в общем, быть похожим с утра. Тоже большой объем, 500 миллилитров. Буду пользоваться. И взяла еще маски для волос. У меня стоит в использовании маска. Я думаю, ее не хватит на месяц, поэтому больших банков больше не буду пока открывать. Решила взять вот такие вот сашетки от Oriflame Love Naturals с манго, с бананом и с авокадо. Вот эти две маски у меня были, этой не было. С манго идет у нас для окрашенных волос, с бананом для сухих, а это, по-моему, для всех типов, да. Хорошие маски, мне нравятся. Хватает на два раза по 30 миллилитров, мне по крайней мере на два раза, поэтому, ну, тоже думаю, что хватит на месяц мне. Так, жидкое мыло недавно показывала в покупках, вот такое вот для всей семьи, арбуз и дыня. Кинулась тут у меня, понахватала в последнее время жидкого мыла, везде дыня, дыня, сейчас дыня, и еще баклажка с дыней стоит. Ну ладно, раз взяла, буду пользоваться. Здесь 500, наверное, миллилитров. Ну, я так думаю, что оно будет жиденькое. Я его, по-моему, уже открывала. Да. Сладковатый такой аромат. Пойдет, в общем. Написано, что не сушит кожу. Гели для душа. Решила сейчас поиспользовать гели, которые уже давно стоят в запасах, уже, наверное, больше года. Покупала вот такую вот линейку от Oriflame. Они сейчас есть в каталогах, довольно-таки бюджетные гели. Где-то 79 рублей стоит по ценам каталога. Вместе с кусковым мылом идет. Ну, мыло я уже все использовала, гели вот остались. Тоже стоят все открытые, думаю, пора уже ставить в использование. Так, это у нас лайм. Приятные, кстати, ароматы. И маленькие бутылочки. Ну, здесь 250 миллилитров. Стандартный объем. Ой, вкусно так пахнет. Я думаю, что мне понравится. Мне, в принципе, Oriflame нравится гели. По качеству, по крайней мере, точно. Ароматы бывают спорными, но по качеству гели хорошие. Так, это у меня макадамия. Тоже вкусно пахнет. Сладкий такой аромат. Ну, я люблю, чтобы у меня одинаковые гели стояли в использовании, поэтому взяла все три. Хотя вот этот, наверное, можно было бы и на зиму оставить. И апельсин. Тоже. Ой, вообще классно, тоже так пахнет. Я думаю, что мне понравится. Так, а еще один гель взяла, вот такой вот от Лабель. Ананас и гуарана, он идет с такими типа скрабирующими частичками, уже подходит срок годности в октябре, поэтому надо использовать. У нас магазин закрылся этот, в котором эти гели продавались, поэтому вот парочка, наверное, у меня еще осталась в запасах, и все.
Это французская марка. Классные тоже гели. Но, к сожалению, нигде больше не купить. Очень такой сладкий аромат. Классный тоже. Буду пользоваться с удовольствием. Скрабы для тела. Решила взять вот такой вот угольный скраб от Народные рецепты фитокосметик. Надо, наверное, его уже вытащить отсюда. Беру уже, взяла, вернее, второй раз. Он зеленого цвета. Сейчас покажу. Очень классно пахнет вообще. Но фитокосметик от душки мне очень нравится. Вот такой вот скраб, довольно-таки жесткие частички. Ой, пахнет какой-то жвачкой. Такой Juicy Fruit или Tutti Frutti какой-то. Такой аромат. Ну, его хватает раза на три. 120 грамм покупала в фикс-прайсе. Поэтому взяла еще один, потому что одного мне явно не хватит на месяц. Вот такой вот от Маграф. Yes. Увидела с дыней тоже и решила взять. У меня еще есть с грейпфрутом, но уже решила взять с дыней. В общем, здесь такой химозный аромат и полиэтиленовые частички. Ну, средней жесткости скраб. Прям все перенюхать охота. Поэтому нравится мне тоже. И стоит бюджетно меньше 100 рублей. Это 90 рублей, наверное, или 80. Классный. Тоже можно иногда попользоваться. Так. Из ухода у меня тут вообще совсем мало. Еще раз покажу вот этот вот крем для тела, который... Ну, я его показывала в прошлом видео об уходе, но так еще и не поставила. Не дошел еще ход. 150 мл с пудровым запахом. Ну, приятный тоже аромат. Решила сейчас еще, пока лето не кончилось, пока еще тепло, его использую, чтобы не оставлять. Он довольно-таки легкий. И взяла еще вот такой вот крем. Он вообще идет для лица. Органический экстракт ванили и молочко сейшельского кокоса. Вспомнила про него недавно. Инна мне дарила набор такой от Планеты Органика. И я решила взять его в уход за телом. Потому что для лица это очень много. Такой вот крем. Я его чуть-чуть попробовала. Смотрите, какой он густой, как масло. Если его для лица использовать, я не знаю, наверное, на год его хватит, 100 мл. Посмотрю, как будет. Если для тела слишком жирный окажется, ну, просто для шеи, для области декольте буду использовать. Очень классно пахнет вообще. Просто обалденно. Каким-то ванильно-кокосовым мороженым. Классно. Вот как здесь нарисовано, так оно и есть. Вкусняшка, короче. Так. Еще возьму вот такой вот спрей для тела. Хочу попробовать от Планеты Спа спрей. Еще ни разу не пробовала. Это у меня с лавандой. Сладкие сны. Ну, тоже такой приятный аромат. Буду пользоваться. Спиртовые спреи. А еще забыла для волос показать лосьон спрей. Термозащита у меня заканчивается. Я постоянно пользуюсь, потому что и утюжком пользуюсь, и феном. И он еще идет как стайлинг. То есть, если побрызгаться и феном уложить, то прическа будет держаться. Не надо никакой лак использовать. Я не люблю лак для волос. Поэтому мне вот эти спреи очень выручают. Так, для рук. Возьму вот эти вот два крема маленьких по 30 мл. От Avon Planeta Spa тоже уже давным-давно покупала, когда они были новинками. Вот такие вот симпатичные тюбочки маленькие. Они довольно-таки плотные. Летом я не стала их использовать, думаю, возьму на осень. Это, наверное, уже ближе к концу месяца, потому что сейчас пока еще есть чем пользоваться. Красивые тюбики. Обалденный аромат, вот этот вот сияющее золото с ароматом дерева ут. Ну и вот с экстрактом черной икры. Многим не нравится этот аромат, кто-то там рыбу чувствует и так далее, там водоросли какие-то. Ну, я спокойно отношусь к этому аромату, меня он не раздражает, поэтому буду пользоваться.
Изя, как всегда, пришел кушать. И для лица у меня почти ничего не добавляется, только вот такой вот пилинг мягкий, обновляющий. Акне контроль тоже, это фитокосметика, ха-кислоты, папаин и гидролат киви. Интересная такая штучка. Очень вкусно пахнет тоже. Здесь, ну, наверное, как химический, я поняла, потому что скрабинок здесь никаких нет. Просто как гель. Вкусно так пахнет, кисленько. Киви вообще классно. Буду с удовольствием пользоваться тоже. Маленький объем. 45 мл. И что скрабы для лица, конечно, вообще тоже очень долго расходуются. И вот такой вот скраб-маска для губ от Oriflame. Недавно покупала. Очень понравился. На масляной такой основе. С тропическим ароматом он идет. Можно использовать как скраб, там есть скрабинки такие сахарные. Ну, я сначала скрабирую и потом на 15 минут оставляю на губах. Классно вообще питает губы, губы потом мягкие, такие ровные. У меня очень сухая кожа губ, именно постоянно страдаю от этого, поэтому решила взять попробовать. Стоил он, конечно, не бюджетно, 200 рублей по ценам каталога, но я не пожалела, что потратила эти деньги. Очень такой, ну, сладкий аромат, но вкус, знаете, такой сладко-горький. Ну, потому что все равно, как ни крути, все равно он в рот попадет, и поэтому, ну, лучше рот не открывать и губы не облизывать во время использования. Ну, так, в общем, потерпеть приходится. Ну, красота требует жертв, так что. Так. И остались у меня две зубные пасты. Ну, у меня паст немного в запасах, поэтому особо выбирать не из чего. Возьму такую Colgate Max Fresh с освежающими кристаллами. Нежная мята. Нравятся мне эти пасты от Colgate больше, чем обычные. Удалось по хорошей цене купить, поэтому набрала целую кучу. Буду еще покупать. 100 мл. Это тоже, наверное, зеленая. Угу, тоже такая зеленая гелевая. Ой, пахнет так вкусно. Вообще, вот как Орбит есть такой зелененький. Вот. Сладкой-сладкой мятой. Здорово. Тоже буду пользоваться. На утреннее использование и на вечернее Биомед с виноградом. С кокосом сейчас использую. Но мне не очень нравится. Как-то слишком они много мяты добавили. Раньше были вот эти вот пасты. Преобладал у них именно вкус вот того, чего нарисовано. Там кокос, виноград. Сейчас больше мяты. Кокос там, например, вообще почти не чувствуется. Не знаю, взяла вот еще с виноградом, попробую. Мне нравится, что эти пасты очень густые. Даже бывает иной раз, что трудно их выдавить из тюбика. Ну, я не люблю жидкие пасты, когда это все капает в раковину там или на одежду, брызгает. Брызги летят во все стороны, зеркало пачкает. Поэтому мне больше нравятся вот такие вот плотные такой текстуры. Ну и вот, собственно, и все. Как я уже сказала, мало в этот раз добавила. Ну, пока хватит. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.